Здравствуйте, в эфире программа «100 советов», в которой я, Екатерина Рожкова, ищу и делюсь с вами только проверенной и нужной информацией. Пока 11-классники выбирают предметы для сдачи единого госэкзамена и думают, кем хотят стать в будущем, мы предлагаем посмотреть сюжет о настоящем преподавателе, которая верна своей профессии уже долгих 50 лет. Советы, как в 75 сохранить силы и энергию, превратить обычную работу в дело своей жизни, несмотря ни на что, сохранять оптимизм и вести за собой подрастающее поколение, поделится учитель школы номер 23 Екатерина Семкина. Смотрите и вдохновляйтесь. Десятичные дроби, арифметический корень, квадратные уравнения и задачи. Мир математики и сложных вычислений ученикам 23-й Благовещенской школы открывает учитель, для которого эта профессия стала смыслом жизни. Екатерине Степановне Семкиной исполняется 75 юбилейных лет. Из них более 50 она отдала школе. Опытный педагог признается, будучи абитуриенткой, мечтала стать врачом, но в итоге свой выбор сделала в пользу преподавания. Всегда желала медиком либо педагогом. Но в медицинский пошла, все хорошо сдала. Английский подошел, там текст дали, газетный текст. Я его не смогла, встала и ушла. А тогда документы, как сейчас, так просто в несколько вузов не подавали. Ну как я поеду домой без... Потом мне, когда все уже зачисление произошло, мне отдали документ. Пед был недобор. Вот так я и попала. Хотя с удовольствием попала. Никогда профессия не изменяла. Всю жизнь только в школе работала. Я влюблена просто в математику. Вот, понимаете, тут влюблена. Математика – это моя жизнь. Понимаете? Хотя я глубоко никогда не мечтала быть каким-то там доцентом, что-то такое получить после института, какое-то более образование такого высшего уровня. Никогда не мечтала. Мне вот общение с детьми мне достаточно. Я эмоциональный очень человек, очень эмоциональный. Иногда мне это портит отношения с людьми, с детьми. Портит на сию минуту. Но мне кажется, нет такого ученика, чтобы он затаил на меня по жизни негатив какой-то, что я там что-то сделал. Да, сиюминутно могут быть плохие отношения. Но это сиюминутно. Я им обычно говорю, не я, если я к сердцу все принимать, так, знаете, можно уже развернуться и уйти с профессии. Чаще всего ухожу не раньше 4. Почему? Потому что тетради. Люблю, чтобы детей вот отдача, чтобы на листочках, в тетради где-то пишут. А это, извините, классов 5-6, вернее 6, 2-8, 9 класс, 7. Это много проверок. Работа-то у меня и фитнес, понимаете? Работа – это моя жизнь. Вот. Здесь и фитнес, и культурное развлечение. Для меня другой благодарности не надо. Вот другой благодарности. Это я не для камеры, а действительно говорю. Поэтому это просто счастье, что меня узнали, что помнят, что я учу уже детей, которые были у меня в классе. Я была классным руководителем, что я учила отца, маму учила, и уже дети их не пришли. И вспоминают, вот вы у моего мамы, у моей мамы или у моего папы были классным руководителем или учили математику. Мне приятно, думаю. Это помнит. Ведь главное, самое главное для человека, чтобы его помнили. Совсем скоро наступит один из самых романтичных праздников в году – День Святого Валентина. Поэтому чем душевнее будет подарок для второй половинки, тем приятнее его получить. Так что оригинальная валентинка, сделанная своими руками, станет приятным сюрпризом вашему спутнику или спутнице жизни, а также напоминанием о ваших искренних чувствах. Значит, сегодня мы будем делать валентинку из такого хлопчатобумажного кружева. Внутри там тоже хлопчатобумажное кружево, набито обычно, как обычно, синтепоном. То есть я предпочитаю натуральные ткани.
и поэтому делаем. Значит, мы будем вышивать сегодня валентинку лентами, ну, наверное, сделаем розочки, ну и украсим. Ленты атласные, да? Вот, ленточки атласные, вот такие вот тут всяких много, 6 миллиметров шириной. С чего начнем работу? Значит, мы решили тут, что будем делать розочки, поэтому для начала мы берем ниточку обычную или мулине, так, продеваем, ну, в любое место вот сердечко продеваем и выводим иголочку в центре нашей будущей розочки. Все узелки, там, все ниточки мы прячем внутри сердечка, чтобы у нас работа была чистая. Значит, мы делаем такую звездочку, то есть 5 лучиков из центра у нас будут идти. Вот второй, третий. Вот сюда, да, ложусь. Далее выберите атласные ленты того цвета, который больше нравится. Кстати, рисунок на валентинке будет смотреться нежнее, если в его основе есть теплые оттенки, например, персиковый, желтый и розовый. Совет. Не работайте со слишком длинными шелковыми лентами. Оптимальная длина 35-50 см. Ленты необходимо срезать наискосок и слегка обжечь края. Теперь приступайте к вышивке атласного цветка. Выведите иглу с ленты в определенной точке и продолжайте делать небольшие стежки в форме лепестков по кругу. Значит, вот таким образом мы вышиваем все наши розочки. Теперь нам что нужно? Нам нужно сделать листочки зелененькие, да. То сделаем зелененькие листочки еще. Так, вот выбираем. Тут у меня зеленых оттенков много разных. Какие, значит, вот вам больше нравится цвет, такой берете. Вышиваем листочки. В отличие от бутонов, зеленую ленту необходимо пришивать под наклоном, а не по кругу, имитируя половинку листочка. При желании можно украсить валентинку бусинами или бисером. Ну, я напоминаю, что Амурское областное телевидение объявило конкурс «От всего сердца ко дню всех влюбленных». Чтобы принять участие, вам необходимо проявить смекалку и сделать своими руками букет, торт, капкейк, открытку или любую другую подделку в форме сердечка. В свой инстаграм-аккаунт вам необходимо выставить фото своей работы с указанием хэштега «От всего сердца ТВ». Конкурс продолжится до 11 февраля, ну а победителя узнаем уже 12 числа. В моем детстве для идеального дня рождения нужно было совсем немного. Родственники и друзья, на обед картофельное пюре с курицей, ну и, конечно же, торт, который готовила мама. Правда, таким по нынешним меркам скромным праздникам удивить современных именинников сложно. А вот и решение. Закажите для ребенка необычную шоу-программу с участием профессиональных аниматоров. Советы о том, как выбрать интересный формат праздника, смотрите далее. Организовать детский день рождения совсем непросто. К празднику можно подготовиться самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к профессиональным аниматорам и заказать интересную шоу-программу. Вот только как ее выбрать? Совет первый и основной – отталкивайтесь от возраста ребенка. Так, для малышей от года до 3 лет подойдет игра продолжительностью не больше 30 минут. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы дети не устали. Еще в этом возрасте малыши, как правило, необщительны, поэтому важно привлечь их внимание мягким ярким реквизитом. Для маленьких деток, как правило, не важен сценарий, не нужна какая-то подоплека у героев. Они просто увидели яркую картинку, все, им нужно поиграть. Через 5 минут они уже забыли, что вы предложили им сделать, им уже нужна какая-то смена деятельности, какой-то другой формат. Поэтому это, как правило, просто набор интересных игр, где детки побегали, что-то собрали, подержали, половили пузыри. Совет второй. Узнавать сказочных героев и замечать взаимосвязь между играми ребята начинают с 4 лет. Поэтому образы аниматоров должны полностью соответствовать выбранному персонажу. Костюм, грим и даже музыкальное сопровождение. А сценарий программы включать элементы настоящего шоу. Например, бумажное шоу из фольги, мыльные пузыри, научная лаборатория и магические фокусы. Оптимальное время для такого насыщенного праздника до 1,5 часа. Магические фокусы – это тоже такая отдельная феерия. Чаще всего детки представление такого формата видят в цирке. То есть мы приходим с волшебным чемоданчиком, начинаем разбирать, что там есть. Деткам сначала ничего не понятно, да, что просто какие-то там колбочки, пробирочки, квадратики, не знаю, рукава волшебные. Ничего не понятно, там ничего нет.
даем ему пощупать это все, потрогать, и потом получается волшебство. То есть за пазухи достаем большущие цветы, волшебные палочки там из воздуха появляются. Совет третий. Начиная с 8 лет, аниматоры рекомендуют родителям подбирать программу в формате тусовки и отказаться от сказочных образов. Ребятам в этом возрасте важно почувствовать себя взрослыми. За время праздника нужно подружиться с гостями и быть с ними на одной волне. По формату, возможно, любимых персонажей из современной поп-культуры. Там у нас сейчас есть формат Black Star вечеринки, когда мы приходим в образе рэперов. Ребята тоже приходят там в черно-белых костюмах, в своих каких-то образах. Начинаем, возможно, снимать какие-то ролики, которые они потом уже сами выкладывают самостоятельно на YouTube. И так далее. Начинается, в общем, тусовка. Совет четвертый. В разгар праздника и веселья не забывайте о безопасности ваших детей. В нашей работе очень важно, чтобы и весь реквизит, и мы сами были безопасными. То есть, чтобы у нас там не было длинных ногтей, чтобы у нас у костюмов там не было каких-то острых углов там, или еще чего-то, чтобы реквизит всегда был мягким, всегда, естественно, он чистый. Для меня два основных правила на работе – это любить детей и знать возрастную психологию, потому что если ты придешь к маленькому ребенку и там сразу «Привет!» как накричишь, ребенок испугается, ты же выше еще его. То есть он прям, к нему нужно присесть, к маленькому ребенку, потихонечку ему начать что-то рассказывать, потому что в детском саду так делают, мама с ним так же сюсюкается, и мы точно так же примерно должны с ним разговаривать. Теперь, зная эти полезные советы, вы сможете подарить своему ребенку настоящую радость и вместе с ним насладиться ярким праздником. На этом у меня все. Актуальными и полезными советами с вами делилась Екатерина Рожкова. Пересмотреть программу вы можете на нашем сайте amuroblak.tv или на нашем YouTube-канале. До новых встреч в эфире. Всем пока!